Что мы будем делать, когда настанут зимние холода? Да-да-да, у тебя нет тепло, Наташка, у меня нет зимнего льда. Па-па-па-па, что мы будем делать, когда настанут зимние холода? Да-да-да, у тебя нет тепло, Наташка, у меня нет зимнего льда. Здравствуйте. Это передача «Духовные скрепы», и я, ее автор, ведущий Евгений Панасенко. Духовные скрепы. Что это значит? Значит ли это, что речь должна идти о той России, которую мы потеряли? Ну, обычно, когда так величественно начинают, то речь идет об эпохе до революции или до переворота 1917 года. Потому что принято в каких-то определенных, знаете, кругах думать, что вот сейчас так плохо, бездуховно, а вот тогда, когда православие было действительно в чести государственной, естественно, то все общество было невероятно духовным. И вот эту Россию, которую мы потеряли, когда пришли страшные большевики, вот туда надо вернуться, это возрождать и так далее, и так далее. Но мне как историку и как режиссеру, как гражданину очень интересно все-таки поглядеть на ту Россию, которую мы потеряли. И в этом мне помогут и документы, и воспоминания, мемуары, и, конечно, классика. Потому что классика – это душа народа. Потому что никто не будет со мной спорить, что действительно вот через русскую литературу, через русскую лирику, вот через нее как бы высказался в итоге весь многовековой российский социум. И, как вы понимаете, до Пушкина на нашем современном русском языке в России не сильно говорили, потому что, в общем-то, он его перевел фактически с французского. А вот когда русский язык перевели с французского, добавили немножко английских слов, немецких слов, вот тогда получился уже тот самый русский язык, на котором мы сейчас и говорим о духовности. Так вот, возвращаясь к эпохе Руси, которую мы потеряли, давайте почитаем Островского. Островский – это, как вы знаете, Колумб Замоскворечья, это русский Шекспир. Это тот человек, который означил собою фактически вот весь театральный мир России, он держится на Островском. Потом был Чехов, да? А потом были советские драматурги, но это было потом. А вначале был Островский. Так вот, открываем его сборник пьес, допустим, выбираем «На всякого мудреца», довольно простоты. 162-я страница. И вы знаете, буквально с первой же страницы произведения мы буквально, так сказать, вляпываемся в, так сказать, в православие. То есть, о чем идет речь в пьесе? Что есть один молодой человек, достаточно талантливый, в меру, так сказать, резвый, и он хочет добиться богатой невесты, хорошего места, ну, как и положено любому человеку православной Руси, который мы потеряли. Для этого он просит свою маму, также православную русскую женщину, писать анонимки, в которых она сообщает различные гадости о его конкуренте на богатую невесту, о Курчаеве. Вот, собственно, это завязка пьесы. Давайте немножко почитаем классику. Глумова – это мама главного героя Глумова. «Зачем ты заставляешь меня писать эти письма? Право, мне тяжело. Пишите, пишите». «Да что толку, ведь за тебя не отдадут. У Турусиной 1200 приданого, родство, знакомство, она княжеская невеста или генеральская. И за Курчаева не отдадут.
За что я взвожу на него, на бедного, разные клеветы и небывальщины? Глумов. Кого вам больше жаль, меня или гусара Курчаева? На что ему деньги? Он все равно их в карты проиграет. А еще хнычьте, я тебя носила под сердцем. Да если б была польза, уж это мое дело. Имеешь ли ты хоть какую-нибудь надежду? Имею, маменька. Вы знаете меня, я умен, зол, завистлив, весь в вас. Что я делал до сих пор? Я только злился и писал эпиграммы на всю Москву, а сам баклуши бил. Нет, довольно. Над глупыми людьми не надо смеяться, надо уметь пользоваться их слабостями. Конечно, здесь карьеры не составишь. Карьеру составляют и дело делают в Петербурге, а здесь только говорят. Но и здесь можно добиться теплого места и богатой невесты. С меня и довольно. Чем в люди выходят? Не все делами, чаще разговором. Мы в Москве любим поговорить. Чтоб в этой обширной говорении я не имел успеха, не может быть. Я сумею подделаться их тузам и найду себе покровительство. Вот вы увидите. Глупо их раздражать, надо уметь льстить. Грубо, беспардонно. Вот и весь секрет успеха. Я начну с неважных лиц, с кружка Турусиной. Выжму из него все, что нужно, а потом заберусь и повыше. Пойдите, пишите. Мы еще с вами потолкуем. И мама ему отвечает: «Помоги тебе Бог». Вот вы понимаете, а что мы узнаем из этого небольшого ответа Глумова своей маме? Портрет человека эпохи торжества православия в Российской империи, в Российском государстве. Да, это православие держалось на нескольких статьях Уголовного кодекса. Да, интеллигенция и, так сказать, ну, разночинцы, люди образованные, как и дворяне, как, в общем, не верили, но официально были праздники, были вот эти вот, так сказать, учителя жизни. И, в общем, все как сейчас. Вот как сейчас все это вновь появляется, прелесть, так было и тогда, только это было так солидно, понимаете. Очень увесисто. И дальше происходят замечательные события. Мы узнаем других персонажей пьесы, и я все пытался обнаружить в них какие-то православные черты, но не находил, потому что, ну хорошо, есть богатый родственник их Мамаев, да, круглый остолоп, новейший самоучитель, как его называли, да, который ездит по квартирам, типа выбирая себе квартиру, а на самом деле просто любит учить людей поучать. А сам глуп, как, так сказать, пробка, как пробковое дерево. Его жена Мамаева, Клеопатра Львовна, женщина увядающих лет, но все еще приятная собой, она очень хочет крутить роман с молодым родственником Глумовым, а Глумов ей в этом подыгрывает всячески, хотя при этом пытается через нее войти в дом к Турусиной. А Турусина – это та, у которой есть огромное приданое для своей племянницы, а сама Турусина, в прошлом большая, так сказать, греховница, греховница, сейчас дама преклонных лет, которая держит у себя массу приживалок и, так сказать, читает книги и уже думает о вечном. Ну, потому что уже, знаете, когда крепчает нравственность, когда дряхлеет плоть. Есть также генерал Крутицкий. Генерал Крутицкий, который написал трактат о вреде реформ вообще. Причем трактат этот он написал стилем великого Ломоносова или Сумарокова. Это вот он сам говорит. И вот этому Крутицкому приводит Глумова, который должен, этот, пардон, слово из Островского, обделать ему вот этот трактат о вреде реформ вообще более, так сказать, современным литературным языком переписать.
приводит его как раз Мамаев, вот этот новейший самоучитель, которому Глумов потом впоследствии подольстился. А Глумов вместе с его мамой, они пишут доносы на Курчаева, это соперник Глумова в деле достижения богатой невесты с большим приданым Турусиной. Есть еще Градулин, такой псевдолиберал, болтун и, так сказать, тоже человек не вполне метафизического склада. Есть еще Манефа, такая странница, да, которая ходит по малоумным женщинам, собирает с них там деньги, еду и все прочее, и который Глумов также платит, чтобы она намекнула на него как на самого лучшего жениха для, так сказать, племянницы вот этой богатой дамы Турусиной, потому что Турусина, как любая православная, доверяет этим сказительницам, вот этим Манефам. У Турусиной также живут две приживалки, которые поддакивают Манефе. Ну, как православные люди, эти приживалки также гадают на картах и занимаются прочей богоугодной деятельностью. То есть, как вы видите, все персонажи – люди глубоко верующие, категорически православные. Ну, тут еще много мелких персонажей, да, допустим, Галутвин. Галутвин, который собирает, такой журналист-неудачник, он собирает компромат на весь город, чтобы потом этим компроматом пользоваться, вот продавая его несчастным людям за деньги, как бы продавая свое молчание. То есть, как вы видите, вообще все общество пронизано духовностью. И вот эти скрепы духовные, они весьма-весьма эффективны. Так вот, давайте немножко теперь обратимся к Божьим людям, описанным Островским. Я имею в виду прежде всего Манефу. Значит, Манефа – это, дай Бог памяти, это 204-я страница. Открываем ведь правильно, совершенно точно. Явление пятое, те же и Манефа. Я сейчас повторяю, Турусина – это богатая, одинокая, так сказать, уже женщина. Манефа – это вот лицемерная такая страница. Здесь также присутствует первая приживалка и вторая приживалка. Имен не имеют. Турусина. «Милости просим, пожалуйся, Манефа». «И то иду, пошла шабала и пришла шабала». Первая приживалка с умилением. «Ох, батюшки мои!» Турусина грозно молчит. Манефа. «Пришла досела, как ваша». Вторая приживалка со вздохом. «Ох, ах, премудрость!» Первая приживалка. «Привел Господь, дожили». Манефа. «Что вы, бельмут, выпучили?» Турусина. «Очень рады, что сподобились видеть тебя». Первая приживалка. «Ох, сподобились!» Вторая приживалка. «Все сподобились!» Турусина. «Ждем, что скажешь, мать и Манефа». Манефа. «Ждем! Ждали в сапогах, а приехали в лаптях». Первая приживалка. «Батюшки, батюшки, запоминайте, запоминайте хорошенько, Турусина. Я хотела спросить тебя, Манефа». «Не спрашивай, вперед знаю. Знайка бежит, а не знайка лежит. Девкой меньше, так бабой больше». Вторая приживалка. Турусина. «Нам человек это знать нужно. Не скажешь ли ты чего рабе Марии? Может быть, во сне или в видении тебе, Манефа?» «Было видение, было. Идет Егор с высоких гор». Вторая приживалка. «Скажите, Егор». Машенька. Машенька – это вот бедная племянница богатой Турусины, за которой она дает большое приданное. Так Машенька говорит Турусиной тихо. «Ведь и Курчаев Егор». Потому что она любит Курчаева, этого гусара. И она надеется, что вот так хорошо случилось, что
даже манер указывает на Курчаева. Трусина. Погоди, кто же он такой, Манерфа? А я почем знаю? Увидишь, так узнаешь. Трусина. Когда же мы его увидим, Манерфа? Желанный гость зову не ждет. Первая приживалка. Замечайте, замечайте, Трусина. Так ты нам хоть приметы скажи. Вторая приживалка. Первое дело, надо спросить, волосом каков? Всегда так спрашивают. Как это вы узнаете? Трусина. Ну уж ты молчи, волосом каков-то он, Манефа. Кому бедокур, а к вам белокур? Машенька, белокурый. Витя Курчаев белокурый, может быть, он? Трусина. Да ведь ты слышала, видение было. Разве может гусар благочестивым людям в видениях являться? Какая-то река мысль. Первая приживалка. Ах, даже удивительно. И по картам выходит Егор. Трусина. Что ты мелешь? Как ты по картам могла увидеть? Первая приживалка. Тьфу, ты обмолвилась. Язык-то наш. То есть белокурый по картам-то. Трусина, Манефе, тебе все известно, мы грешные люди, мы в сомнении. Егоров много, и белокурых тоже довольно. Манефа, чушь чуженин далеко, осуженный у ворот. Трусина, прочь, у ворот. Манефа, сряжайтесь, сбирайтесь, гости будут. Трусина, когда? В сей час, в сей миг. Все обращаются к дверям, ходит Григорий, это слуга. «Приехали с орехами», – встает Манефа. «Григорий, Нил Федосеевич Мамаев». Трусин один. «Григорий, с ним молодой барин, такой белокурый». Первая приживалка. «Ах, будем ли мы живы?» Вторая приживалка. «Не во сне ли мы все это видели?» Трусина. «Проси, обнимая Машеньку. Ну, Машенька, услышаны мои молитвы». Садятся, нюхают спирт. Это примечание автора Островского. Трусина. «Пойди, успокойся, друг мой. Ты после выйдешь». Это на Машеньке говорит. Машенька уходит. Манефа. «Конец всему делу. Венец». Трусина. «Возьмите ее под руки. Да чаю ей, чаю, Манефа. Кто пьет чай, тот отчаянный». Трусина. «Ну, чего только ей угодно». То есть можно и, так сказать... Первая приживалка. «Одним бы глазком взглянуть». Вторая приживалка. «Умрешь, таких чудес не увидишь». Вот действительно, читая Островского, классика, я понимаю, что действительно ту Святую Русь, которую мы потеряли, уже... А хотя почему? То есть, вот я не вижу никакой разницы между нашей эпохой и той эпохой, потому что глупость человечья, она, ну, в общем-то, это такое внеисторическое понятие, а, видите, глупость отечественная – это понятие, как вам сказать, глубинное, это понятие... Ну, вообще, глупость человеческая и глупость отечественная – это тоже духовный скреп, да? Потому что ведь мы считаем, что все, что традиция, все хорошо. Что это традиция? То, что было давно, принято давно. Ну, а глупость? Глупость человечья – это она имеет такую давность, такую уже степень апробированности и проверенности временем, что ей можно доверять. И вот здесь, где показана низость, подлость, причем талантливая подлость Глумова, где показана невероятная наивность и глупость Машеньки Трусиной, и Трусины, которая готова выдать свою любимую племянницу за любого пришлого, на которого укажет грязная старуха Манефа, вот мне кажется, это общество, пронизанное идеями православия уже много веков до этого, оно, конечно, стоит того, чтобы о нем горевать.
Это была программа «Духовные скрепы», и я ее автор и ведущий Евгений Панасенко. Что мы будем делать, когда настанут зимние холода? Да-да-да, у тебя нет теплого дождя, у меня нет зимнего льда. Что мы будем делать, когда...